Всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать на мой канал. Пустые баночки, бюджетная косметика за январь месяц. И первое отдаю подруге, которая вот в пакете Черпес в декабре в Эйвен приходила. Многим они нравятся, но я понимаю, что ими пользоваться не буду. На Авито никто не купил, хоть многие добавляли в избранное. Никто не интересовался, потому что срок годности до 10-23 года, а подругу у меня используют за несколько месяцев. Вот. Сейчас вам покажу их. Вот видите, какого. Вот такой цвет. Я думаю, ей понравится. Она будет в восторге. Я не использую. У меня румяна-шарики от Oriflame. Мне достаточно. А так прикольненько. Так они, мне кажется, вообще стоили 600-700. Ну, когда они выпускали эту версию. Так что пойдет подруге. Продолжение видео. Пустые баночки. Бюджетная косметика за январь месяц. Ну что, поехали дальше. Так, закончились вот такие прокладки ежедневные. Брали мы в Чижике. Ну, как бюджетный вариант, нормально. Ну, так они скатываются. Чем-то похожи на Ола. Вот. Ну, не очень хорошие. Тонковатые. В длине и так. А как бюджетный вариант, можно брать. Так, закончились вот такие. В Ашане такие брала. Вот такая марка прокладок. Китайские. 29 сантиметров. Так, 4 капли. Хорошие, комфортные. Они не похожи как бы ни на Олвис, ни Кота. Больше к Либрос. Вот, очень понравились. Но когда со скидкой, буду брать. Так они стоят 200 с чем-то рублей. Конечно, дороговато. Вот. Но кто пробовал, пишите, как вам они. Так, далее. Ну, я сразу отстреляюсь. Постоянно беру вот такие Белла. Они бывают и с ромашкой, с розой. Здесь у нас, да, с ромашкой. Маленькие, комфортные, удобные. И бюджетные. Да, 100 с чем-то рублей стоят. Белла нас выручает в этом плане. Так, следующее. Закончился вот такой парфюмированный дезодорант от Эйвен. Желтенький. Да, приятная такая душка, но нам, я просто когда открывала, потом мама начала пользоваться, мне не понравилась какая-то дубовая нота на любителя, вот, именно желтая, дубовая нота, вот, отпугивает, но мама это использовала, так что берите спокойно, они часто со скидкой бывают в Эйвен. Следующее, первый раз мы брали с мужем вот такой мини-дезодорант, сколько здесь, 150 миллилитров, 180 рублей стоит в Ашане. Экс, фреш, обалденный аромат, хорошо справляется с функциями. Вот эта марка, ну, она как бюджетная, Экс, она и в фикс-прайсе есть, присмотритесь. Мне понравился, возможно, этот дезодорант, мы обязательно повторим, ну, может быть, в другом аромате и на 23 февраля это актуально. Следующее тоже актуально на 23 февраля. Сейчас тоже со скидкой. Это Oriflame. Вот такая парфюмированная вода. Она именно с древесным, с табачным. 600 рублей стоит. Здесь 50 мл. Мужу почти хватило, ну, на 10-11 месяцев. Вот. Классный аромат. Он не сильно резкий, стойкий, несколько часов держится. Возможно, я повторю этот аромат. Может быть, еще кому-то буду дарить. Вот. И уже параллельно буду собирать баночки Эйвен и Oriflame. Далее. Взяли мы вот эту попробовать новую краску Magnet Cosmetic Фара. Ну, 200, ну, до 200 рублей она стоит. Пшеница. Ну, немножечко такой цвет получился, как бы золотисто-русый на маминых волосах. Седину закрасил. Вот. Ну, когда не будет нашей другой серии фара, будем брать. Вот. Пока, ну, месяц-полтора спокойно седину закрашивает краска фара, как бюджетный вариант. Вот. Ну, не могу сказать, что там она плохая или еще что-нибудь. Хорошая краска. Просто немножко не тот цвет выбрали. Так, далее. А закончился, мне кажется, вот эту серию все в Эйвен кто... Ее ненавидели, всем присылали запрос,
за приз, за 100, за 50 рублей вот этот The Body Shop. Он есть с манго был, с орехом, а это с розы. Мне приходил в июле запрос, вот начиная с июля до января. Ну, летом я не так часто, я его доиспользовала. Марку The Body Shop я вообще люблю, она не бюджетная. Но мне нравится вообще. Аромат обалденный, она не оставляет жирного блеска. Ну, вот это я имею в виду. Для тела прекрасно. И прекрасная розовая вот эта вот подушка. Срок годности был до февраля, вот я успела его в конце января уже доиспользовать. Делает Германия. Нет, ну если бы, конечно, у меня было бы там 3-4 банки, я бы не знала, куда девать. Я бы, наверное, уже на подарок раздала бы. А так мне понравился. Вот. Ну, я успела использовать до срока. Классная. Нежная такая душка остается, кожа гладкая такая. И сам крем такой вот, он не жирный, а такой вот средней консистенции. И напитывает кожу, и отдушка остается розовой. Классно. Пишите, у кого такой был, какой самый любимый или ненавидите вы. Потому что я знаю, что у меня многие зрители от Avon, от Oriflame смотрят. Так, следующее. Выкидываю. Мне же пришла пилочка новая за опрос. Очень я ей довольна. Даже я бы ее так купила. Очень классно. Лучше, чем даже Oriflame. Вот выкидываю пилочку Zinger. Знаете, какая? Она тоже была хорошая. Но уже все, свойства потеряла. Периодически надо же менять. Zinger. Очень классная марка, Германия делает, что щипчики, что пилки, что кусачки, ножницы. Посмотрите, очень много представлено на Wildberries этой марки. Далее, закончилась вот такая бюджетная маска. Чистая линия. Она у нас питание, крем-маска для лица. Ну, 10 минут держишь и смываешь. Она такая нежная, экономно расходуется, ее надолго хватает. Покупала вообще там со скидкой за 100 с чем-то рублей. Подходит для всех типов кожи, питание на целый день, здоровый сияющий цвет лица, твоя кожа отдохнувшая, красивая. Но большинство мы ее использовали в зимний, вот так вот, весенний период, летом меньше я использовала. И вот сейчас мы ее доиспользовали. Так что в чистой линии спокойно можете брать. Сейчас зима. Может быть, скидки какие-то будут, акции. Так что присмотритесь. У кого сейчас обезвоженная кожа, ее надо напитать. Ну, мало ли, от ветра, от холода. Мне понравилось. Возможно, повторять буду еще. Она такая бежевая консистенция, такая. Она не слишком жидкая, но она хорошо восстанавливает кожу. Есть от нее эффект. Далее. Который был типа бокса. В Oriflame, вот эта вот масочка. Сейчас они идут в набор. Вот такая масочка и бальзам для губ. Здесь у нас мята и малина. Мне вот этой сашетки, нам вот с мамой хватило, честно говорю. Этой маски хватило на 3 раза. Там сейчас набор идет типа бальзам и вот эта вот масочка. 239 рублей. Но если это хватает на 3 применения для моей кожи. Очень классная отдушка. Обалденная консистенция, после нее кожа гладкая, восстанавливающая, отдохнувшаяся. Но мне кажется, ее очень хорошо, если вам привести кожу надо в порядок или на ночь использовать. 10 миллилитров делает это у нас Польша. Вот, ну за 200-300 рублей вот такую, конечно, дороговато брать. Вот, я присматриваюсь, возможно, еще повторю, буду покупать. Love Nature эта марка делает, вот. Так что посмотрите на Oriflame. Если мы зашли к Oriflame, смотрите, закончился наконец-то. Вот, ну, может, там на 1-2, вот чуть-чуть осталось. Ну, уже, считай, закончился. Бальзам с мятой, мой самый любимый. Мне нравится больше старая версия, новая версия мне не очень. Спасибо, что в боксе сейчас пришел с гранатом. И старая версия сейчас в Oriflame тоже распродажа идет. Вот этих бальзамчиков с этой масочкой. Новая, она какая-то пожестче, не такая сильная душка, да, пошире горлышко. Применять его вообще в любом... Смотрите, для локтей, для кутикулы ногтей.
насморк, нос смазали, губы. Если вот здесь под глазами, как патчи используют. Ну, применений миллион. Можно даже использовать, накладывать вот так вот, если вы брови дома сами красите. Там применений пяточки, какие-то сухие места. Мне кажется, в каждом доме, ну, кто любит Орифлейм, у них такие баночки есть. И кто постоянно пользуется Орифлейм, они всегда спрашивают, а бочонок вот этот есть? Я даже помню, когда был бочонок, у нас в золотом цвете мед. Так что мне больше старой версии будут. Буду старую версию покупать. Так, далее. Закончился у мамы вот такой блеск, бюджетный диваж. Многие его хвалили. Так, цвет Juicy 43-42. Такой красивый, простой блеск на каждый день. Хорошая кисточка, вкусный аромат, одушка. Но он не такой стойкий, но красивый, такой нежный. Нежный, как вот пыльная роза цвет. Так что, если вам какие-то косметика дороговато, посмотрите Диваж. Часто на нее будут скидки. Бюджетный вариант. И пудры, и туши там неплохие. Так, далее. Закончился у мамы вот такой крем Avon. Это в сентябре, что ли, если ты делаешь какой-то заказ, там можно было выбрать набор, маску и вот такой крем. Иногда этот крем бывает в распродажах. Вот такая удобная, в сумочку положить. Очень вкусная, приятная душка фиалки. Сам по себе крем не жирный. Хорошо напитывает руки, не оставляет жирного блеска. И приятная такая парфюмированная одушка. Так что 48 часов увлажнения, 30 мл. Сейчас посмотрим, кто делает. А иногда здесь можно посмотреть. Нет, здесь не пишут. 30 мл, да. Ну, у них обычный срок годности 3 года, у именно Avon. Этот крем вообще 21 года, но мы его уже, видите, успели в 23 году использовать. Не знаю, непонятно. Так, ну если мы пошли по кремам. Так, следующее, тоже закончился мой любимый крем Milky Holy. Скраб еще остался. На зимний период, на весенний, когда у вас руки обезвожены, этот крем просто шикарный. А душка, просто влюбитесь, кто любит молоко и мед. Сам крем такой нежный. Это вот самая классика. Вот все, Oriflame с этой серии, я так поняла, начинался. Да, возможно, повторю, но не сейчас, больше осенний, больше в зимний период. Вот сейчас уже ближе к весне. Делает Польша. Артикул 31606. Ну, берите, когда со скидкой выгодно. Бывают они в наборе. Ну, серию я еще не всю пробовала. Я попробовала маску для волос, шампунь, мне бы интересно. Но у меня пока запасов есть. Так что буду присматриваться. Следующее. Закончился вот такой крем. Геронтол. Многие его блогеры прям хвалили для сухой кожи. Можно его использовать как патчи вот так вот под глаза. Ну, на ночь. И вы встаете, у вас ни сухости, ни отеков, ничего. Я его использовала особенно на ночь. Вообще его рекомендуют как бы для лица, но я использовала для рук, иногда для ног. Надо было его доиспользовать. Он жирный. Он подойдет для сухой кожи, ну или совсем обезвоженной. Может оставлять жирную пленку. Но я использовала, когда у меня кожа прям обезвожена, нужно было вот прям сос. Здесь содержится оливковое, ротовое и кислотное. Марка Свобода делает. Это новая заря. Вот, ну до 100 рублей он стоит. 100, так, 40 грамм здесь. Вот я его доиспользовала. Сейчас его покупать не буду. Вот, ну это ближе на зимний, вот так, весенний период лучше брать. Но он такой прям жирный, плотненький. И иногда я его наносила, когда брови красишь, вот так наносишь. Ну, там просят какой-нибудь питательный крем, чтобы не просушить кожу. Присмотритесь, хорошая вещь. Следующий закончился, вот, ну вот немножечко осталось. Вот такой спрей брала в подружке, вообще за 150 рублей, бывает большой. Miami Vibes Body Mist. Обычно я его брала на лето, иногда так пшикалась после ванны, когда вот
Я сейчас стала вот часто, знаете, чем-нибудь пшикаться, потому что у меня много всего, и от Oriflame, и от Avon. Просто поднимать себе настроение. Хотите поднять настроение, берете вот так, напшикались дома и ходите балдеть, балдеть. Ну, потому что нам не хватает весны, как бы что-то такое вот хочется, а у тебя солнце уже, ну, почти 3-4 недели, нет? И ты как зомби ходишь на автомате. Очень классные. Можно на отдых брать. Когда скидки, берите. Можно даже использовать вместо парфюма. Он такой сладкий. Он сладкий, предупреждаю. Кто любит такие сладкие, парфюмированные, очень вкусный запах. Так что будьте... Можете протестировать. У них тестеры в подружке стоят. Если у вас нет магазина подружка, зайдите на Озон. Там представлено. Там сейчас скидки будут, мне кажется, в подружке. Так, следующее закончилось. Вот такая масочка салициловая. Хватило мне, но один раз использовала, когда у меня прям сильно какие-то высыпания, воспаление было. Я чувствую, что моей коже что-то нужно. Вот прям быстрая помощь. Вот, снимает покраснение, воспаление, уменьшает количество высыпаний, борется с появлением акне, обладает антибактериальным эффектом, очищает, сужает поры, выравнивает рельеф кожи и устраняет жирный блеск. Она такая вот белая. Ну, держишь 10 минут, потом смываешь. Кожа успокаивает. Гладкая, ровная. Здесь содержится каолин. Он сужает поры, цинк. Ну, хороший состав. И до 50 рублей стоит. Кто вот, ну, мало ли, страдает, бывают всякие высыпания, гормоны, все что угодно. Так что, может, покушали сладкого. Вот. Хорошая маска. Фитокосметик марка мне нравится. Так, далее. В запасах был вот такой вот Олин. Уход легкое расчесывание на основе черного риса без сульфатов и парабенов. Да, он хорошо расчесывает. Уход этот, после него волосы очень хорошо расчесываются, но сам по себе он такой немножко жирноватый. Здесь содержится кератин, который глубоко проникает в волосы. Объем не сказал бы, эластичность, да, но потом на второй день как будто волосы грязные. Я не могу, для моих волос не очень подошел, вот, но, может быть, как-то он благотворно подействовал для моих волос. Структуры, я имею в виду, волос. Следующее. Закончилась пудра Revolutions. Посмотрите, как ее. Подушечка вообще от другой пудры. Она большая. Мне вот такой пудры. Я ее покупала вообще за 300 или за 250. Были большие скидки на Wildberries. Ловите, когда Revolution, большие скидки. Но смотрите внимательно, потому что очень много подделок. Выбирайте того самого бренда. Знаете, если как она выглядит, коробочка, и все, проверяйте. Так, оттенок у меня был 0P2. Вот. Ну вот, смотрите, мне хватило ее на год. С собой я не брала, у меня с собой другая пудра, которая таскаю. Хорошо маскирует, матирует, но для светлой кожи она не подойдет. Бежевый, вот кто такие оттенки любит? Натуральный бежевый. Хорошо маскирует, ну вот остатки. Мне неудобно уже кисточкой вот так набирать, она уже сыпется. А так, ну что, купил за 400 даже, да даже за 500, тебе на год эта пудра хватит. Здесь очень много грамм. Делает, конечно, это Китай. Я даже не знаю, сколько здесь грамм. Не пишут. Мне все стерлось. А, 20 грамм. А обычно, мне кажется, меньше. Пишите, меньше, мне кажется, в обычной пудре меньше грамм. Вот, возможно, повторю. У них очень классные и бронзеры, и хайлайтеры, и тени. Я присматриваюсь. Хорошая марка, ее многие хвалят. Так что пишите, кто пробовал такую пудру, как она вам. Вот, мне понравилась. Для светлокожих нет, выбирайте цвет светлее. Хорошо матируют, если у вас даже жирный блеск появляется. Хорошо с этим справляется. Так, сейчас мама пользуется педикюрной пилкой. Марка называется Соломения. Но кто видел в покупке Ашан, она в виде пяточки так сделана. Она сказала, очень хорошая, ей нравится. Можно брать. Она недорого стоила, 150 рублей. Вот, кто это у нас делает? Южная Корея, даже не знала. Соломения. Присмотритесь. Так что будем брать. Следующее. Не знаю, пыталась я этим пользоваться кремом, пыталась мама пользоваться. Для нашей кожи он не подошел. Это не подделка, это оригинал.
проверить вы можете вот по коду, ну там можно. Если вы видите, что этот крем 200 рублей стоит, это уже подделка. Например, в подружке этот крем 600 рублей стоит. Ну, максимум 500, когда большая скидка, ну, 450 на Wildberries. 13-й вроде оттенок, SPF 15, 3 в одном. Не помню, кто делает. Тут 100 мл, Корея. Удобный дозатор. Сначала я начала пользоваться, да, такая вот кожа. Он плотный. Тяжело ложится, он как штукатурка. Вот если вам надо все замаскировать, и у вас какие-то там, мало ли, большие следы постакне, я не знаю, высыпания, какие-то венки видны на лице. Я не знаю, как называется, купероз, да, на лице. Вот можете брать. Для нас мы поняли, что это не мое. Он такой вот бежевый, вот так ложится. Иногда может окисляться, на моем лице он иногда окисляется, я не знаю. Он еще в действительности, может быть, попробую предложить подруге, она возьмет. И такой запах, знаете, пахнет вот чем-то бабушкиным. Вот типа, как знаете, берешь вот пудру Финель или Рэби Роуз пудра. Вот типа бабушка, такой вот пудровый аромат. Не знаю, я понимаю, что его многие нахваливают, но нет. Пудру я, конечно, не пробовала из этой серии. Но тональные средства, к сожалению, не для меня. Для жирной кожи не рекомендую. Вот так могу сказать. Далее закончилась вот такая масочка от Oriflame. Ну, со скидкой она 180 рублей. Да, стоит дороговато, конечно. Но когда мы в этом наборе, кто получил, она тебе почти 80 рублей обошлась. Использовала я ее 2 раза, потому что там очень много пропитки. Хранила в холодильнике. Здесь 24 мл. Держать 15-20 минут. Тонкая, хорошая лекала. Она увлажняет, тонизирует. Антиоксидантная тканевая маска. Вот. Не смывать остатки, оставить до полного впитывания. Кожа после нее как бы дышит. Ну, классный такой тонизирующий эффект. Когда-нибудь со скидкой. Так бы я себе не купила. Но благодаря этому набору я попробовала вот эти вот 2 масочки. Я довольна. Хороший состав. Артикул 42-135. Обязательно, ну, как-нибудь повторю. Потому что в Oriflame цены сейчас растут. В Avon тоже. Ну, на какие-то позиции они держат. Ну, будем смотреть по факту. Так, следующая вот такая масочка с зеленым чаем. Нормальная лекала, 100% катон, тоже много пропитки, покупала до 50-60 рублей, тоже держать 15-20 минут. Вот. Но зеленым чаем она более гладкая, упругая. А, уменьшает мелкие дефекты. Тут есть улиточная смесь. И признаками старениями. Видите, тут не только зеленый чай, но и... Я даже не видела. Вот как можно сказать, что здесь улиточная смесь? Я бы не сказала. Но зеленый чай... Ну, так они смешали с алоэ. Ой, с зеленым чаем. Хороший. Видите, у меня даже еще здесь очень много пропитки. Я иногда недоиспользую. И видите, за месяц у меня 2 тканевые маски. Потому что я другие использую. Ну, такие Avon, Oriflame, которые в тюбиках. Выгодно. Мы с мамой пользуемся. А так, масочки я всегда рада, когда дарят, даже так, и к 8 марта. Вот, и когда скидки. Я люблю тканевые масочки, просто получать кайф от них. Так что побалуйте себя, иногда покупайте себе такие тканевые масочки, когда они со скидкой, выгодно, конечно, в Ашане. Ну и много очень на Wildberries, там 5 штук, такая-то сумма берете. Все, спасибо, что досмотрели это такое долгое видео, вот такие были пустые баночки бюджетной косметики за январь месяц. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Подписываемся обязательно на канал, ставим лайк. Если закроют канал, ну, я имею в виду YouTube, на Дзене ищите меня, но туда я пустые баночки не выкладываю, только пока на YouTube. Так что ищите меня на Дзене. Все. Давайте прощаться. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.